Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». И у нас в гостях человек с очень редким именем и нестандартной биографией, народный артист Российской Федерации, авангард Леонтьев. Приветствую вас, авангард Николаевич. Здравствуйте. Вот не могу, конечно, не спросить у вас про имя. У вас был хотя бы один знакомый еще с таким же именем, авангард? Да. Встречали вы? Встречали людей, был, да? Был директор филармонии, он музыкант. Так. Авангард Алексеевич Федотов, если я не путаю сейчас, к стыду своему. Еще один авангард мне писал письмо, что он авангард, где-то из региона, откуда-то. Вот три, по-моему, три. Я так понимаю, подождите, что... мой брат был авангард. Вы ваши в честь брата, да, назвали. Старший это, брат, да, который погиб... На Курской дуге, в 43-м, дуге, да, как раз вот ровно сколько уже? Это 80 лет назад. 80 лет, да. У вас такая значительная разница по возрасту. На 23 года старше был погибший брат. То есть ваша матушка, во сколько лет она вас произвела? Ну, 42-43. А, то есть она очень-очень рано родила первого, да. Но дело в том, что в 24-м году, 21 было маме тогда, когда первенец был. А потом в 43. Ну, мама родила потому, что отец, ну и мама, наверное, хотели как-то возместить утрату вот первенца авангарда. Сразу, что был Валерий, то есть средний да, брат. Да, он, здравствует. Вот. А Валерий в честь Чкалова. Да, моим... да. Он как раз погиб незадолго до рождения. Ну, видимо, да. Дело в том, что мои родители были энтузиасты вот советской власти. Ну, по имени это понятно. Да, они в это верили искренне совершенно. Ну, там много было составляющих, которые привлекали. Так что... Вы сказали, они в это верили, а вы, будучи советским деятелем искусств, советским актером, не верили вот в эти идеалы коммунистические? Нет, ну, когда последние известия шли, я понимал, что это как-то очень напыщено. Это что-то высокий штиль какой-то. И очень оторвано от жизни. То обещали в 80-м году коммунизм. Коммунизм, да. Ну, это Никита Сергеевич Хрущев. Да, вместо него была Олимпиада. А на Олимпиаду возникли продукты, которых не было в Москве до Олимпиады. Финские, да, я помню. И после. Так что такое понимание, что пропаганда своим делом занимается, а жизнь идет своим чередом. Ну, кино ведь все-таки, это очень близко связано с агитпропом. Тоже кино? Ведь, ну, конечно, там же тоже в кино какие-то установки передаются, ну, зрителям. Ну, какие-то, да. Ну, есть специально обслуживающие люди, которые так в рамках установок и делают. И кино, и все что угодно. Ну, а есть другие, которые более широкие смыслы. Но вы были активным комсомольцем? Потому что вы же такой человек, который любит организовывать, как бы... Я был секретарем комсомольской организации «Театра «Современник». Ого! Ничего себе! И, значит, и членом партии, стало быть, да? И членом партии, да. Меня долго уговаривали вступить в партию. А уговаривал кто? Партийцы или коллеги? А в «Современнике» это было... Понятно. Да, потому что в «Современнике» считалось, что секретарем партийной организации должен быть хороший артист. Да, хороший артист. И уговаривал директор театра Олег Табаков, Петр Щербаков, секретарь партийной организации, и Галина Волчек, беспартийная. Она беспартийная была. Да, потому что на них давил райком партии всякое начальство, что, мол, да, а что же у вас молодежь-то не вступает в партию и так далее. То есть так вот давили, несколько лет давили. Вот. Но такая, как это у нас, понимаете, была корпоративная, такой сговор внутри театра «Современник», что мы друг друга поддерживаем вот всячески, так сказать. Это такая была Ефремовская установка? Это, да? Ефремовская, да.
Вы удивительную, кстати, вещь мне сказали. Просто для меня не то, что открыли глаза, а я вот услышал, как вы это сказали, понял, что да, действительно так. Когда вы сказали, что Олег Ефремов, он не перевоплощался. Как бы, имеется в виду, да, что ваша профессия – это как бы мастерство перевоплощения. Да. А что он всегда вот оставался Ефремовым, потому что я думал, что только Сергей Бодров-младший такой, вот, который, ну, вот он всегда Сергей Бодров-младший, в предлагаемых обстоятельствах, как любит говорить. Я подумал, что это действительно так. Разве это не минус для человека вашей профессии? Это минус, если бы он не был таким мощным артистом. Но он, не прибегая к внешним изменениям, ни походку не менял, ни гримом особенно не пользовался. Но он внутренне гениально совершенно осваивал логику персонажа. И он даже говорил, что все артисты и все артисты должны быть характерными. Он говорил. Характер, не будучи, да. Будучи, ну, он простак, так сказать, по старому театру. Все, потому он говорил, что должна быть логика поведения у человека, героя. Кто хорошие сигары курит, тот и человек. На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие. Каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка».